Добро пожаловать в Дагестан. Не думал, не гадал, второй раз в Дагестан попал. В общем, если ты сюда хоть раз приехал, ты сюда опять вернешься. Почему-то. А знаешь почему? Почему? Во-первых, гостеприимство. Во-вторых, очень хорошие люди. А во-третьих, как? Погода. Погода, да, у нас сегодня плюс 8. Настоящая дагестанская вкусная еда. Точно. Понимаешь? Вот так. Да, у нас снега по колено. Необычно, конечно, видеть через 3 часа лету. Мы сейчас направляемся, Денис, на берег моря. Не туда, где постоянно одни и те же люди снимают одно и то же место, да? Мы направляемся вообще, где нет людей. Понимаешь ли это? Я чувствую уже по дороге. Да. Так как у нас все по необычному будет, поэтому. И стараемся, да, так, как бы показать сейчас... то, что другие не показывают. Мы сейчас к морю, да, движемся? Да. Вот по таким дорогам мы едем на море. А то каждый раз постоянно по асфальту, по хорошим дорогам идет. Надо и показать то, чего не показывается другими людьми. Так что let's go. Нам еще ехать и ехать. К морю подъезжаем окольными путями. Здесь пляж есть? Такое тихое место, да. Очень мало людей. Ну, в основном мы тоже не скажу. Вот лично я в год 2 раза сюда ездим с семьей. Берем мы палатки, ночуем. Прикольное место. Сейчас дома, который жена скажет, да, едешь ты с семьей. Но она просто не знает, что я с другой семьей сюда ездил. Со второй? Можно сказать, да. То есть вырезать этот кадр? Не, зачем? Я же камень. Пилот сегодня был дагестанец. И прилетели мы на 45 минут раньше. Все удивились. Я еще обратил внимание на то, что он был с акцентом. Итоги. Быстрый прилет. Увидел волны, и душа моя затрепетала. Все-таки вода – это сила. Как же здесь классно. Нефтяная вышка, которая не работает, и говорят, туда даже организуют туры, на лодках подвозят. Ну, ребята что-то ищут. Когда я жил в Сумгаите, у нас песка не было на пляже, был вот такой вот ракушечник, и очень много его было. А для чего их собирать? Куда-то в аквариум? Это место червя на крючок и кутум ловится. А, для рыбалки? Да. На кутум? Там она внутри. То есть это живая, там внутри моллюски есть, да? Да, ее вскрываешь, она крепкая. Все, я понял. И открываешь. Кутум любит ракушку эту? Он ее ест, он ее глотает, у него гортань. Как мясорубка там, как тиски. Он ее раскалывает, через жабры выкидывает этот. Через жабры выкидывает, а это съедает. У воды прохладно, прям в толстовочке подмерзаешь. Отсюда выезжаем и едем в сторону главного махачкалинского рынка. Хабиб говорит, сейчас я тебя удивлю. Ассортиментом и товаром. Да.
еле припарковались, так как сегодня джума намаз, все забито машинами. Я надеюсь, на этот раз удачно будет. Дойдем мы до тех самых мясных рядов. Когда жили в Азербайджане, вот такую штуку мы ели. Очень вкусная вещь. Хурма без косточек. Такой ароматный рынок. Пряности везде, на каждом углу. Такой интересный. Здесь прям куриное царство. Много-много куриц. Листья для долмы. Для долмы, да? Выбор, конечно, здесь большой. Очень много мяса. Как будто здесь все мясо едят. Вот такая самая большая, наверное, точка для мяса. Висит прям пластами. Ну, это видно, что это вот с задней ноги пласт. Также колбаска. Курдюк. Еще курдюк. Ну, здесь вот даже барашка есть сушеная. Здесь сушат все. Много-много курдюка тоже. Колбасная точка. Барашки все не крупные, я не знаю, килограмм 12, наверное. Хорошо, если есть. Даже, мне кажется, до 10 килограмм. Отсюда уже берут оптом и на продажу выставляют, да? Как вы? Они приводят, это их, не своя. Вся продукция здесь из Гагатли. Гагатли в основном занимается сушкой мяса, курдюка при изготовлении колбасы. Самая большая точка с курдюком. Это обычный соленый, я так понимаю, это с паприкой, с какими-то приправами. Здесь у нас рулетом идет. Можно вот так вот купить все это дело. Пояснение от Хабиба. Какой? Копченый. Ага. Копченый курдюк. Этот обычный соленый. Ага. А вот это? Это самый обычный. Обычный. Это копченый, да. А вот этот желтый? Желтый обычный. То есть есть обычного соления. Копченый и обычный. О, вот здесь мясо красивое какое. Это баранина уже. Колбаски натуральные. Оказывается, вот этот желтый курдюк 2 года сушки хранят его в горах. Который побелее, тот свежий. А цена одинаковая на них? Тот, который сушили, хранили 2 года, 1500 стоит, а обычный свежий 1000 рублей килограмм. Нету, а она здесь тоже продается вместе с мясом? Было бы, да. Мне кажется, для рыбы отдельные ряды. Хотя бы сушеные же должно было быть. Преимущественно говядина везде. Но повторюсь, выбор хороший, мясо. То есть в любые кусочки. Курей посмотрим. Не живых. Год этим индюшкам. Сколько у них вес? Килограмм 7-8? Бабушка чуть не заборола Хабиба, поэтому мы решили покинуть мясные ряды и вот здесь на окраине присесть и готовить чуду. И вот такие вот еще пирожки есть здесь. А вот это самса, да, вот это? Это да. Так, мы с чем будем чуду, Хабиб? Я буду пирожок с картошкой и кофе буду со сливками. Чуду есть с мясом, да? Давай попробуй с мясом чуду. Реакция на камеру в Дагестане неоднозначная. Еще
реагируют. Чуду – это одно из национальных блюд в Дагестане, получается, да? Хинкал, чуду с творогом, чуду с мясом. С чем еще чуду? С картошкой? И с тыквой. Из национального это… Суп с потрошками? Горный там? Или это… Ну, как и называется? Горный суп. Горный суп. И, конечно же, домашний хинкал. С большими кусками мяса. Смазали сливочным маслом с двух сторон. Чебурек, например. Чуть-чуть перчика. Сейчас еще чайчок. И все на свое место будет встанет. Что ты наглотил? Чебурек напоминает. Реально. Прям вот один в один. Похож. Вкусная штука. Сколько картошки здесь? Я утром просыпаюсь. Если утром на столе не будет 6-7 штук пирожков и горячий чай, у меня день не проходит. Поэтому я должен завтракать отключить. Ряды с сыром, овечий сыр. Это вот он сколько в траве вот так хранится? Сколько хочешь, пусть она. Это вот с лета он? Да. И где-то в погребе лежит? Значит, еще 2-3 года может быть. Еще не будет. Она готова, сверху закрыта, она. Так, сколько стоит такое? 1800 рублей. 1800 рублей. Килограмм или вот этот? Килограмм 1800 рублей. Сырные ряды. А вот это что такое? Вот это? Смешанный сыр, овечий коровый. Он сверху какой-то… Смешанный овечий коровый. А это что такое-то? Жесткое что-то? Это лопуха. Листья лопуха. А, листья лопуха. Так вот, такие вот сыры здесь. Здесь вот. Это два, здесь 3 килограмма будет. Это тоже какой-то лист, да, я смотрю? Здесь вот сверху лопуха, это смотреть, листья лопуха. Вот смотри. Он какой-то привкус дает или он именно это хранится хорошо? Трава, это лечебная трава. Именно лечебные свойства. В мешке вот привозят, изначально его так привозят, да? Смотри. Ага. А, мешок, внутри да, целлофан. Внутри его целлофан. А, там эти, там все, круги. Все, шайбы в рассоле в каком-то находятся. И он и так же хранится. Да, вот так оно сохраняется. Все. Это его почва так сохраняется. То есть он не в сухом варианте получается, а все-таки он в рассоле находится, сыр. И уже оттуда его вытаскивают. Раньше шкурку. В баранью, да? Да, баранью шкурку поставили вот так, угу. Шкурку. Там рассол полегло, и сам лучший был, там вот тебе шкурки сидят. Сироп из горного шиповника. Масло натуральное. А внизу, я так понимаю, топленое, да? Рыбные ряды. Я вообще впервые вижу, что кар бывает морской. Вот смотрите. Да, у них сезон, где-то как раз январь, первый месяц, один-два раза бывает, больше не бывает. И он очень жирный. То есть вот сейчас очень женщина разрезала. А можно показать слой, какой сало у него там, жира? Вот, пожалуйста. Так вот выглядит морской зеркальный карп. Сколько стоит килограмм? 350. Век живи, век смотри. Вот судак на килограмм. Сколько судаки? 7? Где-то, наверное, так. Короче, от 7 килограмм. Но судаки отличаются от наших.
цветом. А у вас глаз какие? У нас они золотистого цвета, у вас они более светлые. Морской сазан, щука. Это что? А что за рыба? Жерех. Жерех. Надо кутуму найти. Это морской? Не особо такие, они крупные здесь. И цвет, смотрите, у них белый. Желтый сом. Ряды с кутумом. Вот всякой рыбы много, но кутум преобладает. И цены, я вам скажу, до 5000 на штучку доходят. То есть в свежем варианте его не продают. Смотрите, сколько здесь много света. Я спросил, для чего это? Именно вот, чтобы придать такой товарный вид. Здесь все кутумчики блестят. Маркетинговый ход. Барсучий жир. Очень полезный, говорит бабушка. Почему такая цена на кутум? Потому что рыба исчезает. Ее много вылавливают. Приехали на смотровую площадку. Район Тарки. В принципе, мы пока поднимались, там уже весь город был виден. Чем выше поднимаешься, тем больше город начинает пропадать в тумане, в каком-то смоге. Хабиб, получается, за городом море, да? Там, где дымка, там море. Вот видишь, вот начиная вот оттуда, это Махачкала. И вот где маленькие домики уже начинаются, та сторона уже Каспийск. А из-за вот погоды море не видно. Ну и как всегда в Дагестане много кошек. Кто знает почему? Очень холодно тут. Едем на следующую локацию. Тут самый дагестанский знаменитый камень, из которого строят дома. Очень часто можно увидеть в других регионах России рекламу камня. У нас теперь небольшой перерыв. Мы решили остановиться, так как по дороге мы увидели нашего гида. Сейчас он должен подъехать. И остановились в таком вот торговом центре Киргу. А еще мне Хабиб сказал, ну, ему он неудобно это говорить. В общем, хозяева этого торгового центра построили для своих продавцов, работяг, мечеть. То есть они выходят. А вот и он приехал. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Машину поставь туда. Садись в машину, поехали. Он туда поставил машину. Давай. Так, это Мухаммад, коллега Хабиба. Друзья, здравствуйте, всем салам алейкум. Добро пожаловать в Дагестан. Меня зовут Мухаммад. Вообще, я уезжал сейчас в село, но встретил моих гостей. Хабиб мой друг. Встретил гостя с аэропорта, сразу приехали сюда. Так, мы сейчас едем в Бархан-Сарыкум. Но так как наш гость приехал впервые или второй раз, да? Ну, расскажу чуть про Дагестан. Дагестан, чтобы он имел общую суть, да, такую оболочку про Дагестан, страна гор, гора языков. Почему страна гор? Потому что Дагестан делится на низменную часть, предгорную часть, горную часть и высокогорную часть. А страна гор, гора языков, здесь около 30 языков. И между этими 30 языками 14 государственных языков. Но, конечно, мы все знаем, Дагестан на сегодняшний день входит в состав Российской Федерации. И общий национальный язык у нас русский язык. Здесь все разговаривают на русском языке, в школах преподают как положено.
Но не считая этого, есть еще и государственные языки. Это 14, которые я вам говорил. Это арктаварский, таркинский, лакский, кумыкский, чеченский, табасаранский и так далее. На этих языках есть своя письменность, рукопись. В школах уроки издают журналы, газеты, радиовещания, телевидение. Да, но не считая этого, есть еще и диалекты. Это на каждом своем языке есть свои диалекты. Например, я аварец. Аварцы – самый многочисленный народ Дагестана. Если на сегодняшний день составляет там в Дагестане около 3 миллионов населения, из них это 1 миллион аварцев. Ну, грубо говоря, да, общий расчет, я говорю. И именно в аварском языке есть 14 диалектов. Но не считая диалекта, у нас есть общий литературный язык – это хунзалский язык, аварский язык. Если взять про Хунзах, чуть рассказать, мы все знаем, что Хунзах – это район поэтов, певцов и воинов. Почему поэтов, певцов и воинов? Потому что там было государство Сарир. После распада государства Сарир образовался Хунзахское ханство во главе Нуцаль-хана. Если чуть историю рассказать, долго будем, у нас и времени не хватит, грубо говоря, общую информацию дам. И дальше, почему поэтов писцов? Потому что Фазу Алиевац, Адаза Хамзат, Расул Хамзат, выходцы именно из Хунзаха. То же самое, кто такой Расул Хамзат? Расул Хамзат – это наш народный писатель, поэт, лирик. И каждый дагестанец должен знать хотя бы пару стихотворений Расула Хамзатова. Так как в этом году мы праздновали столетие, не в прошлом году, в прошлом году мы праздновали уже столетие Расула Хамзатова. Конечно, всем известные стихотворения, песни Расула Хамзатова – это «Белые журавли», «Дида Куларахда», «Камурал Васал», «Киргуру Кунхечин», «Коновас Хечин», «Хахал Хункрабикун», «Роружин Унругин». Не кажутся порой, что солдаты кровавых, не пришедшие в поле, не в землю они полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Он написал это в честь тех воинов Великой Отечественной войны, которые не вернулись домой. Также, конечно, еще стихотворение должен, ну, каждый дагестанец должен знать хотя бы пару стихотворений. То же самое, когда я приехал, ну, я где-то только не работал, приехал обратно домой, начал изучать свою историю более углубленно и наткнулся на такое стихотворение, которое мне очень сильно понравилось. Когда я, объездившись множество стран, усталый домой воротился, склонясь надо мной, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? На в гору зашел и с той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил. Немало краев побывал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Каждый дагестанец не только должен быть патриотом своей родины, но и патриотом своей семьи. Так, друзья, ну, расскажу чуть-чуть про наш маршрут. У нас сейчас маршрут идет Бархан-Сарыкум. Так что, друзья, стихи стихами, расскажу, как зародился первый человек на Кавказе. Давным-давно, когда еще на Кавказе не наступила нога человека, здесь царился покой, тишина и дикие животные. В основном орлы летят, и такой один орел был, который любил подниматься на самую высокую гору и сверху вниз смотреть на все происходящее. И один прекрасный день этот орел, поднимаясь на эту гору, пошел дождь, туман. Он не увидел дорогу, врезался об камень, об скалу и упал вниз. Ударившись об камни, разбил себе крылья. Но этот орел был такой принципиальный, что он начал карабкаться вверх. Карабкался день, два, три, а на четвертый день он поднимается на эту гору. Когда поднимается на эту гору, поднялся и смотрит, из орлиных ног образовался человеческие ноги. Из орлиного туловища образовался человеческое туловище. Из орлиного сердца образовалось человеческое сердце. Из крыльев образовались руки. Теперь мой вопрос. Из клюва что образовался? Из клюва образовался нос. Тот самый кавказский нос. Если вы увидите кавказца с большим носом, как Хабиб, это тот самый потомок этого орла. Да, Хабиб? Да. Так, дорогие друзья, сейчас мы подъезжаем к Бархан-Сарыкум. Если взять Бархан-Сарыкум, это означает желтый песок, желтая гора. Удивительное место, где много природы, где много красивых локаций, да, грубо говоря. Но кто написал первый
про Бархан Саликум. Когда Александр Дюма прибыл на Кавказ, он написал про этот Бархан, что в Дагестане находится такое прекрасное место, желтый песок. Посмотрите, с левой стороны, вот это ущелье, между ними протекает река Шура-Озен. Вообще, Бархан Саликум входит в федеральный заповедник. У нас в Дагестане очень много региональных заповедников. Но и федеральные заповедники тоже есть. Это Самурский лес, Аграханский залив, в Клеротинском районе есть заповедник федерального назначения и наш Бархан-Саликум. Посмотрите, с правой стороны нам уже открывается Бархан-Саликум, охраняется государством. Там есть своя охрана. Но, друзья, мы еще должны знать, что в Бархан-Саликуме есть эндемики. Что такое эндемика? Эндемики – это те насекомые, растения, которые обитают в определенных этих местностях, да, в этом местности. Здесь есть также дневные насекомые, здесь есть также ночные насекомые, бабочки разных видов, пауки ядовитые, скорпионы. Но также здесь есть очень много зелени, растительности. Обратите внимание, вы видите, здесь есть даже тополя. Что за дерево тополь, мы знаем. Тополь – это то дерево, которое в день поглощает 5-6 литров воды. Но если так взять, откуда здесь столько растительности и столько воды для них? Так как это самое жаркое место в Дагестане, да, Бархан-Саликум. Вот с левой стороны я вам показывал, река Шура-Озен протекает, подземные воды. А также здесь летом очень жарко, днем, ночью холодно, рядом море, влажность повышенная путем конденсации. Эти растительность питается водой. Но если взять сам Бархан-Саликум, он сверху гладкий, снизу покрытый зарослями. Почему? Потому что сверху песок всегда двигается из-за ветра. Но, друзья, многие у меня спрашивают вообще, как образовался этот Бархан-Саликум. Конечно, у многих ученых были свои версии, но по-любому они пришли к одному мнению, одному выводу. Они пришли к одному мнению, то, что обветривание близлежащих утесов – роза ветров. Что значит роза ветров? Роза ветров – это значит, что до обеда ветер дует в одну сторону, после обеда ветер дует в другую сторону. Сотни лет обветривая эти склоны, образовался вот этот Бархан-Саликум. Конечно, очень много легенд есть, связанные с Бархан-Саликумом. Одна из легенд, то, что как образовался Бархан-Саликум, это то, что с моря вышел великан, проходя отсюда, здесь устал, сел и снял с себя сапожки и высыпал песок. Таким образом образовался Бархан-Саликум. Это, конечно, легенда. Но мы еще знаем, Бархан-Саликум снимался в фильм «Белое солнце пустыни». Частично снимался в фильм «Белое солнце пустыни». От Махачкалы около 18 километров до Бархан-Саликума. Протяженность Бархан-Саликума 3 километра. А ширина Бархан-Саликума 2 километра. Общая площадь Бархан-Саликума составляет 1175 гектаров. Мы на месте. Имя забыл. Денис. Во. Приятного аппетита. Здесь плов. Это басмати? Да. В общем, на плов пригласили. Пока накладывают плов, показываю вам чайник моднявый. На дровах. Ну, здесь сувенирные папахи, какие-то тапочки, коврики. Старая вокзальная станция. Сожгли специально или нечаянно? Уснул. Так, а что у вас там на шевроне, можно посмотреть? Государственный природный заповедник дагестанский.
А вот это вот природа, а, Минприроды России. Рассыпчатый. Вы, я так понимаю, не первый раз уже готовите, да? Да. Я его постоянно готовлю. Шеф-повар, зачем? Достойно. Мясо прям... Я сначала подумал, будет жесткое, оно прям мягкое. Да. Зачетно. Не поверишь, Денис, 3 года назад, если меня даже свои дети дома, да, вот, попросили яичницу сделать, я бы на них такими глазами смотрел. Я не знаю, откуда мне это было. Действительно, сейчас, когда я готовлю что-нибудь, я отдыхаю. Возрастное. Да. У нас и в роду не было поворачивая повара. Ты сейчас кайфуете от этого? 4 дня не кушал. Серьезно? Да. Дома тоже не кормят, вторая жена не кормит. Тогда только еще 4 дня у нас останется. Вот. Гостиничные номера. Да. Холодно. Почему вот здесь холодно? Вроде. Включенный. А, это что? Да. Не успеваю. Пока люди доедают. Посмотрим, что здесь. Кирпич, камень. Ну-ка, сейчас попробуем. А, вот так должны волосы да, быть? Да. Прикрыты? Да. Ну она нормально сидит, посмотрите. Во. Подходит что? Да. А ну смотрим сюда. Общее фото. Общее видео. Все нормально? Смотрим. Идем тоже. Как старший наш брат, да. Давай. Так, а здесь надо что-то подтянуть? Если она тебе большая, вот видишь, она... А, все. Все. Вот смотри, это ее эксплуатация вот так, короче. Когда ты его эксплуатируешь, так, короче, выворачиваешь, она наизнанку. А, когда не ношу ее? Да. Когда ты на длительный срок режим, вот так собираешь его. Чтобы насекомые какие-то не ели или моль? Она, чтобы она форму, короче, не теряла. А, все, я понял. А когда одеваешь, короче, вот так. Наоборот. И вот так внутри стряхиваешь. И еще через сколько-то время вот еще вот это, которое брызгает вот это. Угу, вода. Вода. Водой. И палку берешь, такую, ну, такую. Обычно, прутик. Да. И вот так, короче, по кругу бьешь. Это для чего? Чтобы формовать вот эти кудри. Да. Это козий. А, это козий. Это козий, но она. Лучше считается, чем барабан. Спасибо большое. Если я в Москве так выйду, как на меня будут смотреть? Нормально? Да. Дагестанцы. Девочки покупают. Камень для каких-то языческих обрядов. Ну, наверное, может быть, животное закалывали и кровь по каналам. Выходила. Поднимаемся наверх. Вот здесь ступенек нет. Хорошо, что такая пологая тропинка. С левой стороны, вот у нас находится музей. Конечно, сегодня музей закрыт. Справа тоже музей. Это музей природы. Да. Необычно, конечно, увидеть посреди гор. Песчаные барханы. Песок, конечно, отличается от того, который можно увидеть на пляже. Немножко другая у него фракция. Мы это сделали. Поднялись. Здесь площадка похожа на большую детскую песочницу.
вообще даже растительность нет. Никакой. Ветрами замело все. Здесь вот место, где можно посидеть. Проходы запрещены. Проход на гребень бархана запрещен. Ну, люди стараются подняться туда. Здесь стоит камера вот как раз. Нельзя туда. Реально хочется. Мухаммад говорит, что на гребень нельзя подниматься, потому что чтобы не ломали его и может засыпать. Да, да. И чтобы местную живность не пугать. А некоторые люди это не понимают и поднимаются. Ну, если поднимутся, на них штраф напишут там за охрану. Прям официально, реально пишут штраф. Да, они поднимаются. Дальше идти опасненько. Начинаешь проваливаться. Тонуть. Здесь, между прочим, водится опасная змея, гюрза, ядовитая. Выезжаем из Махачкалы и направляемся в сторону... Ну, эта сторона я не хотел озвучивать, но скажу, мы выезжаем в Кашару. Ну, Кашара – это ферма. И мы тебе завтра устроим один сюрприз. Об этом мы расскажем завтра. Ждут впереди сюрпризы нас. Мы сейчас едем. Если, например, скотина чья-то выходит, и ты сбил, кто отвечает? Смотри, если ночью корову если сбить, получается, хозяин коровы виноват. Но если ты его будешь искать, ты его не найдешь. А если вдруг ты утром у тебя получится вот такая беда, да? Этот хозяин быстренько найдется и заставит тебя возместить, да, вот этот ущерб. А если вот, если ночью, который сбил, ты этого человека уже не найдешь. Вопрос еще, сбили корову, например, вот ее режут сразу, да? Да, если она сразу не умерла, ее надо обязательно резать, потому что поэтому у нас в машине всегда бывает ножик. Ну, а зарезал, куда? Зарезал. И ночью, например, ты сбил даже, ты зарезал, и в течение 2-3 часов ты ищешь хозяина, не находишь. А тебе же надо, чтобы машину это сделать. Возместить. Возместили. И ты это имеешь, я думаю, полное право забрать мясо, продать и сделать себе машину. А утром попробуй, если хозяин сразу придет, все, уже, я думаю, даже тебя могут посадить. Мы куда-то съезжаем с трассы. Все, заворачиваем на поле. Главное, чтобы машина не застряла здесь. Здесь дорога веселая. Да. Сейчас нам осталось километров 2.5, и мы доедем до точки. Видно, да? Она убежала. Она чухнула. Она увидела, что ты камеру включаешь, и она чухнула. Лиса это или заяц? Ну, лиса была. Или шакал. Шакал есть здесь? Шакалы есть, лиса есть, зайчики есть, камни есть. Здесь, как объясняет Хабиб, в почве много соли. То есть после поездок по этим дорогам желательно машину мыть, потому что она начинает гнить машина. Мы почти на месте. Ребята отзвонились, уже ждут. Мы на месте. Это кухня. Пристроечка, здесь прохладненько. Мы на месте. Где? Здесь 7 или 8 пастухов живет, да? 8 пастухов, да. 8 пастухов, огромное хозяйство, 8 пастухов в соседнем помещении. Они сейчас там отдыхают. Нас позвали на кухню. Ужин наш. Быстрый перекус. И много-много разговоров. Конечно, не домашняя еда. В таких условиях совсем разная еда.
Значит, сама еда от домашнего, она отличается. Вы где видели такую большую кастрюлю с такими большими кусками мяса? Теленок. Это вы здесь сами зарезали его, да? Да, сами зарезали. Это для себя режете? Да, да, да. И на сколько хватает вот на 7 человек? Недель не хватает. Недель какой там 3-4 не хватает. Самый хороший здоровый барашка 3-4 не ну, круто. Нормально? Ну, мало конечно. Мало кушает, да? 8 табанов у нас. Двое дома, 6 здесь. Денису надо вот, наверное, добавку налить. Надо, да. Надо будет. Пока не надо. Но он шутит, он не слушает его. Если что есть там. Что-нибудь острое хочется. Перец вообще не острый. Не, острый здесь это. Это острый? Я острый здесь буду, вот это. Я чудо. Не, я его обычно буду здесь. Я его сыплю, сыплю, он не острый. Ну тебе же не хватает остроты. То, что я всю жизнь не кушал, ты, наверное, одного раза кушаешь. Ну, вообще в Дагестане любят острое? В нос попал. Вот я, например, не предпочитаю его. Я бы отказался бы от острого. Ну, у вас, получается, основной рацион, ежедневно мясо есть, да, в блюде? Это стабильно? Да, да, а мясо, постоянно мясо у нас бывает. Мясо, ну... Баранина или говядина? Баранина. Вот это говядина, да, вот это теленок. Вчера видно так. У нас основной баранин был. Режете тоже сами, да? Да, или да, боюсь? Сами режете. Еда всегда свежая? Свежая. Сами себе готовите? Да. Утром, если приготовили, например, завтра, обедом сюда... Поскольку заезжает на обед, насколько он вечером, на ужин. То есть с собой обед берете? Берет, конечно. Я так не думаю. То есть до вечера терпите? Обязательно. Ну, организм привыкший. Да, да, организм, да. А, вы готовите куразе? Ну, в разу вообще тяжело почти, да? Воду нельзя. И жара, наверное, в это время, да, уже? Ну, сейчас что там, апрель месяц. Это август месяц, сентябрь месяц, июнь, май. Вообще я работаю. В общем, в день проходят по 20 километров, плюс-минус, каждый из пастухов. Иногда до 30. Иногда до 30. Я извиняюсь, а сколько вам лет сейчас? Сколько лет вам сейчас? Мне что ли? Да, 60. Да. 60 лет по 20-30 километров в день. И... Не, уже через, не устаете, через, уже, через месяц, уже привыкли, да? Поняла, вы 20 лет здесь уже. Перед сном нужно посмотреть, где хранится мясо мужиков. Вот здесь, блин, прям кладовая кладовых. Это бык, да? Да, да, бычок это. Это бараны, да? Не, вот бычок, вот этот барашка. Да, да. Бычок. А это со шкурами что делать? Продаю. Сколько стоит одна вот такая шкура? 150, 200. Рублей? Да. Еще молоденький. Это он на меня так реагирует? Мама стоит. А его погладить можно? Мама не укусит? Он не укусит меня? Малыш.
Мужики говорят, сон не сон, если не поешь перед сном брынза. Это сами солите? Да, да, да. Да? Домашние. Мы теперь пробуем домашнюю брынзу. Что там, волки подошли? Собаки лают. На самом деле отличается вкус, то, что мы купили на втором рынке. Даже цвет у нее только другой. Желтоватый. Желтоватого цвета. Видно, что настоящая домашняя, не для продажи. Ну, я не пойму, она не сильно соленая, да, Хабиб? Нет, мало соленая. Мало соленая. В меру. Сам хороший. Вы ее каждый день едите? Этот сыр? Да, оттуда каждый день. Каждый он кушает дома. Только один человек каждый день ест? Ну, она, видишь, она для любителя. У кого дома коров, все вот это есть, он тоже кушает. У нас коров нет. У меня вообще даже курица дома нет. Покупаете все? Как покупаем. Ну, вкусно, но фракция такая. Мы такой не ели. Это вот... Правильно Хабиб говорит, каждый по-разному ее готовит, плюс-минус вот мне, например, чем-то отличается. Она сейчас как тебе объяснить по-русски? Как мочалка она бывает. Это, ну, типа, она, когда только ее вытащили, да, свежая. А это свежая? Или уже... Не, она на самом деле она свежая, просто ее в рассоле оставляют ее. А я люблю, как ее вытаскивают. Сразу? Сразу, да, без рассола. Вот такой сыр я готов кушать в день даже полтора килограмма хватит. Одному? Одному, да. Я бы смог бы ее. То есть ты можешь каждый день съесть? Да, в неделю, например, 5 дней подряд я бы покушал бы в день по полтора килограмма. На вопрос, не подойдут ли... Волки к баранам сказали нет, потому что тут по периметру сидят собаки. Они в будках или просто вот так, нет, сами? В будках собак не бывает. Они кругом, вот эти сарай кругом, они бывают. Кто там, один там, везде они бывают. Здесь сына бывает. В общем, почувствуют они зверя и не подпустят его. Вот два дня назад разорвали собаки одну шакал там. Поймали здесь? Поймали и разорвали. Шакал, он как лиса, да, размером? Или да, побольше? Да, побольше, тоже будет. Ночью это все происходит? Днем? Днем. А не вы можете этот шакал поймать, не можете, да? Мужики говорят, что утром во время азана, вот именно на молитву откликается шакал и начинает выть как ребенок. Это каждый день происходит? Каждый день. Ночью. Именно во время молитвы? Да. Ночью и утром. Вот так вот. Так что, Денис, не бойся. Ты сегодня будешь спать под защитой. С 6 чабанами вместе. Так что. 6 чабанов и сколько собак? А собак 20 собак. 30 чем-то голов. 30 собак. Шеньки, меньки, баши. В общем, 25 собак нас сохраняет. Так, нам нужно. Да любая баранина. В общем, любая. Можно это, можно. Это если нарубить теперь, это. Но это уже крупный баран, да, с такими ребрами? Да, 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 да. Теперь Денис решил приготовить для них еду. Еду. Вы сами нарубите? Да, я тебя посвечу. Давай. Теперь решил Денис приготовить для них еду. Ходим. Почему вот так вот летите, вот лежал? А, дитя, вот для кого-то на ход. У вас фонари такие, как эти, гранатометы. Смотри. Ящика или что ты? Любая часть, любая. Разницы никакой нет. Вот такие куски. Не, вы можете нарезать, чтобы там можно было нарезать все самому. Давай хоть будешь снимать. Давай его снимем. Ребята, когда захотели, зашли в
холодильник отрезали. Все происходит в 12 часов ночи. Вот этот тулупчик, ага. Старый, да, уже? Да, старый. Сколько ему лет? Не знаю, сколько. Теплый? Лет 40, наверное. Ну, как мы... Слушай, ну это крупный баран, да, был? Угу. Не малыш. Мне кажется, достаточно. Если надо еще... Не-не-не, достаточно уже. Вот тут до утра его будем жарить. В общем, у Хабиба вечерний дожор. Он говорит, хочу баранины, сковородочки в 12 часов ночи где-то в степях Дагестана. Поэтому нарезали мясо сейчас и просто с мясом, ой, с мясом, блин, с солью, с перцем. Так, вот это все дело пожарится. Денис, а что будет у нас? Картошка с жареным мясом или... Не-не-не, просто мясо. Просто мясо. Просто, просто мясо пожарим и все. Сейчас тут я немножко... Думаю, сейчас, когда картошка с мясом будет? Не-нет. Так тоже пойдет. Так тут немножко будет. Сейчас не те условия, в 2 часа ночи сейчас это нажарят. На самом деле, вот нас тут 6 человек, я думаю, вот это мясо нам много да. Будет. По-моему, с мясом чуть-чуть переборщили, нет? Ну... Можно собакам отдать, можно оставить. Ну да, утром кто-то. Да, тем более 25 штук собак здесь. Здесь что туда пойдет? Вот этот нож, когда я вытащил из ножны, сначала думал, он тупой, вот так вот, а режет прям четко. Еще знаешь, что удобно? То, что мясо не свежее, не горячее, когда ты вот так вот ножом, ага. Оно туда-сюда ежит. А оно тут охладилось. Ну, такое нормальное вот. Резать прям отлично. Ну и как все в России хвалят дагестанскую баранину, сейчас попробуем. Такая ли она вкусная, вот прям напрямую от пастухов. Все, соль и масло. Хабиб тем временем варит кофе. Да, удивляет вот, всех. Вот, уже кофе почти приготовлено. Сейчас мы ее добьем. В конце обязательно нужно ее приподнять. И вот жду процесса. Ну, это кофе... кофе не Якобс аромат. Не, это вообще... сейчас я тебе скажу. Так, грузинское кофе. Сегодня я решил приготовить грузинское кофе. А так мы готовим вот это мехмед, что ли, как оно называется? Мехмон. Во-во-во, вот ее мы готовим. Смотри, как она варится уже. Вот 20 секунд, и она будет уже готова. Вот. Смотри, как она варится. Расстояние почти 15 сантиметров. Все. Уже можно завершить. Можно ее выключить. Все, хватает уже. На воздухе варит. Теперь ее просто попробую. 5 партий приготовил мясо. Очень было вкусно. Всем все понравилось. Малыш. Малыш. Тебе тоже. Возьми, пожалуйста. Ешь, ешь, не снесь. Такой пуховый. Вкусно? Да? Главное, чтобы твоя мама на меня сзади не прыгнула. Потому что вот помимо него еще таких 3 есть. Сейчас попробую тебе еще вынести. Буду ты хлеб нормально ешь, сейчас смотрю. Кушай, не снесь. Меховой комочек. Сейчас эти хлебы еще вынесу.
Аккуратней, блин. Песик голодный. Короче, мы спать ложимся. Все спят. Все. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Спокойной ночи. В 6 утра. Так начинается чубанское утро. В 4 утра я выходил на улицу, и слышно было, как воют шакалы. И было их реально очень много. Но недалеко находились, где-то метров, наверное, по 300, может, 400. Боятся они подходить, потому что много собак. А насчет шакала, это время, наверное, я спал. Ну, я во сне всех их отогнал, всех убирал, не пропускал сюда. И заодно Дениса охранял до утра. Что это? С утра чай, кофе. А кушать когда будем? Завтра даже, когда нас не будет. Съемки пока невозможны, потому что на улице еще темно. Через минут 20, да, будет светлеть. 20 минут. Ну, а пока наслаждаемся казахским шоколадом. Сразу узнал его по синей этикетке, даже еще когда названия не было. Понял, что пахнет дело Казахстаном. Светает на глазах. Пошел, взял вот такой вот фонарь мощный. Хабиб хочет ее домой забрать. Он стесняется спросить. Здесь у нас тут мамка с кутятами спит. Так, фонарик, конечно, мощный. Что у нас тут происходит? Перед выпасом утром докармливают сеном. То есть не хватает травы, поэтому туда нужно подкормить стадо. Сколько килограмм вот в таком кольце? 600. Больше полтонны.
И вот так вот каждое утро. Сколько штук вот каждое утро возите? 15-16 штук. Чувствуется, что УАЗик нагрузился. Атакуют машину. Общее количество баранов здесь 4000 штук. А пастухов сегодня будет пасти 5 человек. Они меченые все. Принцип здесь какой? Пастухи пасут колхозных баранов, плюс каждый имеет право до 200 своих баранов в этом же стаде пасти. ЗП 10 тысяч рублей. Все остальное это прирост с твоих баранов. Больше своих баранов иметь нельзя в стаде. Вот 200. Определили цифру. Подойти к стаду невозможно, потому что собаки прям атакуют. Вон они машину облепили. Не, ну они вам ничего не делают. Они прям, видите, держат. Под контролем машину. Хабиб хотел, сейчас проеду, выйду, наверное, поснимаю. Ага. Вышел. Порода не курдючная, мясная, меринос. Вот здесь вот сейчас 1100 голов. Где-то два пастуха будут пасти. Такое количество. А вот и пушистик. Меня сейчас одевают так, как раньше одевались чабаны. Сейчас, наверное, никто в этом не ходит вот так вот. Потому что не очень это удобно, мне кажется. И вот эту штуку нужно поддерживать руками всегда. Тем временем Хабиб делает рюкзачок с едой. Что-то написано здесь, наверное, изнутри. Какая-то надпись на аварском. Как ты приготовился? Покажи сумку свою. Вот это твой обед. Теперь ты идешь чабановать. Покажи. А, вот все, я вижу. В горах Дагестана джигит. Вот так вот должен выглядеть настоящий чабан. Объясните мне, для чего вот этот крючок нужен внизу? Чтобы баран держать. Барана? А как держишь его? За шерсть? Нет. Нога. А, за ногу? То есть ногу цепляем и держим? Да. Дай поближе, покажи, пожалуйста. Все, выгоняем стадо. Где Моди? Вот это Моти? Моти. Вот это вот. То есть это направляющая коза, за которой идет все стадо. Она трогается, и все за ней пошли. Оп. Все, понял. Никогда эту козу не зарежут.
Накидку я снял, а шапку оставил. Шапка. Шапка реально теплая. Сегодня холодновато. Пришлось залезть на лестницу. Они меня атаковали. Хотя они меня достанут. Все, малыш, иди гуляй. Хабиб, убери их, а? Мне кажется, они на шапку реагируют жестко. То есть вот все, что другого цвета, они сразу реакцию дают собаке. Я сейчас, между прочим, упал с лестницы. Хлипкие ступеньки, вот одна сломалась. Сейчас час-полтора поедят они сено. И все разойдутся в разные стороны. Каждая отара знает, куда ей идти. У кого какой прикормочный участок. Пока бараны едят, мы сейчас пойдем посмотрим внутреннее устройство сарая. Туда их зимой загоняют, да, когда снег? Когда кот начинается. А кот? Да. Мать. Все играть и будет там. Теплица называется. Теплица? Да. Вот камушки. Помещение для кота. Стадо. Если 1000 голов, сколько примерно окот будет штук? Если они полностью будут окотиться, 1000-1500, так. С 1000 голов будет 1500, ну, тысячу, да, штук? По две штуки рождаются. Пропорция 1:1. Вот тут прям средняя. 1000 баранов, 1000... маленьких, а кот вроде бы шел, никого нет, поворачиваются они за мной, они как тени. Здесь крупные барашки уже. Рога у козы. Кто в лес, кто по дрова, называется. Сначала тоже смотрю, думаю, какие-то они крупненькие. Оказывается, это другая порода баранов. Тушинские. А меринос где? А, вот он, да? Тушинские у них волосы. Вот, наверное, тушинская порода используется на папахе, да? Вот меринос, я так понимаю. А вот эти длинноволосые? Да, тушинские. Без коз не может быть стада, потому что коза как собака, помощница. Поляк. При перегонах в горную местность весной. Всегда впереди, всегда держат стадо. Здесь где-то на 5-5.5 миллионов рублей баранов. Небольшая квартира. В Москве. Файзудин, а давно вообще занимаетесь этим? Да. Пастушеством? Раньше я в Калмыкии работал. В Калмыкии? Да, 9 лет там работал. А там оттуда приехал. Лес не дал. Хорош. Не дай бог оторваться этой собаке. Не дай бог ночью вот так подойди к этому забору и попасть нечаянно на эту собачку. Вот это называется инвалид. Почему? Худые там, самые. Дефектные, да? А, это зимние. Как нет. Летом они будут вот такие. Крупные уже будут.
Самый большой баран сколько весит? Здесь что ли? Да, да. Ну вообще вот здесь в вашем стаде вот. Среди 4000 голов. 45. Это... 100, может, 140 будет. Чистый вес 45-50, да, максимум? Есть 25-30. Чистое мясо. А живой вес 195. До 100 килограмм. Основное стадо кормят только травой, а инвалидов что-то из дробленки. Они уже приготовились, увидели. Очень много чубаны видят куропаток. Здесь огромное количество в полях. А они после того, как вылечиваются, в основное стадо идут? Я бы с виду и не сказал, что они больные. Вот как определить? Слабые они. Худые, слабые. Не может они ходить туда далеко. Отбивается от стада. Сзади остается. После того, как всех покормили, чабаны заходят попить второе кофе за утро. Второй заход кофе пить. Я понял фишку этой шапки. Чем длиннее волос, тем уши находятся в тепле всегда. То есть не надо, чтобы она у тебя прям полностью налезла. Вот волос немножко подлиннее и все. И здесь они постоянно в тепле. Ну, очень теплая шапка. Зимой, конечно, мне хорошо, мне кажется. На обед идет нарезка мяса. Что сегодня на обед? Ой, мясо с хинкалом будет. На обед. Мы вместе пойдем туда, к чабанам. Это отдам хинкал и мясо. Как ее зовут? Маленькую как зовут? Тарзан. Тарзан. А сделай еще раз резко. Игры по-дагестански. Это алабайджи, да? Это чабаны. Представьте, если я так сделаю. Что от меня останется? Хотя вот этот вот малыш. Малыш. Ну, уже так. Те уже не малыши. Давай. Нет. Все, все, мы друзья. Реакция моментальная. Не, у них это урок. 8 часов занятий начинается. И он объясняет им, сегодня какая задача. Алгебра, по-моему, сейчас у них урок проходит. Через 40 минут будет математика. Не опаздывать на урок. Утром мы это стадо уже снимали, их тоже не выгоняют, это слабые матки. Правильно? Яркие матки, смешанные они. Вот этот хлеб взяли для козы, для Моди. То есть ее подкармливать нужно. Та самая знаменитая Моти. Моти. Моди или Моти? Моди.
моде. Всегда оборачивайтесь назад. Так резко, оп, и собачка идет сзади. Ручная коза. А кто из них? Две моти? Вон, все козы начинают выходить потихонечку. Любимица. Денис, вдруг при монтаже ролика, если услышишь слово с буквой Х, ну это плохое слово, да. Ну это у нас рахтомац она называется, да? Молочный язык. Этот, молочный? Ну, как бы, да. Язык. Молочный язык. Ты вырезай. Услышал слово Х, смело его убери. Потому что нет, на нервной почве тоже. Люди могут что-то высказать, да, на слово. Я вот, честно сказать, я не знаю перевод «яхэ», но я это слово знаю давно. Во, ну это вот на самом деле это плохое слово. Все, я понял. Едем за кустарником для ограждения. Мужики уже выгнали своих барашков и расходятся в разные стороны. Это шкура медведя, который напал на твоего отца. Правильно? И отцу пришлось его... Вы поняли сами. Суровые дагестанские парни. Вот такие вот деревья. Эти деревья используются для заборов и топить печь. Так, 2-3 дерева цепляются за трос. Шестнадцатый. У меня был 16-й, только одна стволка. Ну, это давно было. Ну, мощно бьет. У тебя аж плечо заболело. Да, нет. В смысле, для меня это привычно. Раньше стрелял. Каждый день делают до 3 рейсов. Вот таких вот. То есть процедура повторяется изо дня в день. В данном случае на забор. Потом все это разрубится, распилится и будут увеличивать забор в высоту. Уважаемые друзья, любые путешествия, неважно, она вот такого типа, любого типа, мы можем организовать по Дагестану и по Северному Кавказу. Обращайтесь в ХАС Этнатур. Ссылка будет в описании. Тот самый ножик атомный, даже. В общем, ребята попросили мясо пожарить. С картошкой будем жарить? Да просто пожарим. Это говядина, да, я так понимаю? Тут часть говядины. Да, это говядина. Нет, по-моему, баранина. Не-не. Немножко баранина. А, ну это тогда хорошо. Это баранина или говядина? Да, баранина. Баранина? Баранина. Я не пойму, какая часть тела. Все баранина. Шея, наверное, да? Или... Не шея это.
А да. Че это передняя часть ноги? Какая-то Т-образная какая-то кость. Баран. Не важно. Это все баранина. Главное, что баранина. Да, да, да. Это все баранина. А с этого мы будем вечером показывать. Девятный. Настоящий. Настоящий. Чабанский хинкал. Да, да, да. Это будем делать. Денис, а ты в курсе, что с приходом нового директора до него было более 1000 голов, а когда он пришел, Гамзату Узайри, он этих барашек по количеству поднял более 12000 голов. Не, я не в курсе. Если вот такой вот коллектив, ты же видел, как они спят даже как братья вместе, кушают как братья. Если вот с таким коллективом чё бы не поднять до 30000 тоже, да, Жень? Конечно. Фу, жарко в ней становится. Вот прям тепло. Вот если бы еще из таких, из такого материала сапоги, вообще просто идеально будет. Так, нам нужна соль. Масло злато. С Денисом вместе я тоже буду готовить. А то, что я умею, вот масло наливать, и все. Лей, лей, лей. Не останавливайся. Еще, еще. Все, еще. Хватит. Все, 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 достаточно. Норму, сколько ее налить, это уже решат профессионалам. А профессионал кто? Вот он перед вами. Перец добавим или так пожарим? Давай потом добавим. Потом? При жарке добавим. Это у нас завтрак будет сейчас. Мясной завтрак. Столько хватит, что ли? Ну, подожди, сегодня сейчас, в данный момент здесь 4 человека. Ну, вчера давай было в 2 раза больше. Но мы сейчас добавим, дорежем, сейчас посмотрим. Все, все, достаточно. Если много, просто сразу добавлять мясо, оно будет сок выделять и вариться. Чуть надо. Вот эти крупные куски на середину. Ага. Нормально, нормально. Вот так вот. Да. А ты жир любишь курдюк? Ну, курдюк можно, да. Тут все по плану идет. Вот видишь, вот эти косточки поближе к маслу. Вот две косточки. Ты имеешь в виду наоборот, вот так? Да, 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 чтобы она большей поверхностью соприкасалась. Я думал наоборот. Наоборот должен был быть. Таким темпом, если я научусь хорошо готовить. Таким темпом мы тут все мясо съедим. Еще пожарим, это порежем, говорит, еще одно. Имеется в виду, таким темпом, если я научусь готовить, домой приеду, а это половинка и скажу. А ты, все, хватит. Это ты будешь поваром. Мне это надо. Мне на все время не хватит. Если что, я рецептами буду тебя мучать. Хорошо. Денис, это как делается, курицу как можно пожарить, куриные задние ножки, как нужно этот, обрабатывать, как нужно пожарить, как нужно этот перья выдергивать. Знаешь, как я люблю людей мучать. Тебе это надо было? Нет. И все, и сразу следующую партию. А сюда сверху лучок свежий. Пушистик всегда тут. Вот тебе повезло, что я там кушать готовлю. Ты меня понял? Ему, похоже, сейчас не повезет сзади. Она подходит. Надо вот так. Вот так просто чухнуть. Плотно поевши мясо и лепешку, мы едем искать пастухов.
он-то покушал, а я-то с пор кушаю. Ты выездил, еще один кусок закинул. Чтоб таял. Ну, мяса достаточно. Если вы до вечера вот это все мясо, если закончите, говорит, не переживайте, говорит, мы еще барашку порежем, говорит. Вот так у нас на степь принимают рис. Это очень хорошо. По еде пастухам дают бесплатно мясо, сколько они съедят, муку, сахар и соль, да, по-моему? Эти и масло, наверное. И масло, картошка, масло, макароны, картошка. Все. А что они покупают? Какие-нибудь сладости, да, за свой сладости, счет? Сладости, да. То есть уже такие ништячки за свой счет. То есть сколько нужно мяса, столько и съедят. Высчитывали мы, средний коэффициент. В общем, сколько они получают, пастухи. Если все разделить, плюс-минус 100 тысяч в месяц выходит. Потому что или ты 45 тысяч зарабатываешь, или там 100 баранов тебе дают, или больше тебе дают, или меньше. В общем, вот как-то плюс-минус так. Ну как они все четко, да, едят. Пастуха не видим, собак не видим. Будем искать с помощью дрона. А теперь чуть-чуть дагестанского фольклора. Дуния тауко эсбекаясу, тинисвачунуко суртаракхизе, рикен батулареб эйкицебегун, узайдин хайалда халт улеуго. Рикен батулареб, икит себегун, каналара алвата, отокунуго. Адбурти набуко, сунт агурбуго. Китаго колареб, цо эргакбуго. Виха виха раста, вехиланкезе. Себе цок и коча, хук и гумбуго. Виха, виха, раста, вехи ланкезе, узайри ле магал, сере гунруго. Ну а сейчас мы идем на водопой, где будут барашки пить воду. Вот в этом канале. А здесь рыба есть? Рыбы должно быть, но не видно что-то. Какой-нибудь сазанчик, наверное. Щуки бывают здесь. Щука? Он не замерзает зимой? Щука, сазан. Как? Бар-б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 ар. Как? Вот так вот зовут баранов. Бар-б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 ар. Они уже знают, да, что это сигнал? Да. Пить воду. Если они хотят.
То есть могут не пойти? Да. Ну пока я не вижу, чтобы кто-то повернулся сюда. Или они прямо туда на мосту, туда пойдут. Мы направляемся в предполагаемом... На мосту. В предполагаемое место, да. Куда они должны выйти. Но они вот туда прямиком так и идут. Они вот так идут. Сколько баран выпивает вот в такое время года примерно, плюс-минус один? Они все приходят туда. Не-не, литров сколько вот один может выпить? Литр, два? Даже больше пьют они. До 5 литров, наверное, да? Да, даже больше. По-моему, 6-7 литров тоже они, ну, летом. За раз? Да. А, летом? Когда холодно, они вообще не пьют. Ну, сейчас холодно? Или ну, это не холод? Они же этот сухой кушают там, трава. Ну вот в такое время года один раз достаточно, да, их привезти на водопой? Ну да. А летом сколько? Через летом постоянно. Возле... В горах один раз. Через день они. Через день пьют? Да. Оттуда ходить далеко бывает. Туда, на водопой. Это получается раз в сутки? Да. Шакал нападает на баранов? Да. Он может его загрызть? Да. А шакал, он какие здесь, крупные? Ну, вот такие они бывают. Как собаки? Или да. Поменьше? Лис. Ну, как лиса. Как лиса, да. Чуть побольше, может быть, да? Собаки помогают отбить барана? Помогают. Ну все, они прям на нас идут. Это видно. Ну, присутствие рыб здесь вообще не видно. Я думаю, мы подойдем неожиданно, может быть, хоть какие-то мальки начнут убегать. Вообще ни одной. Может быть, здесь? Здесь тоже ничего. Сюда тоже спускаются бараны? Вот здесь, наверное, будут, да? Или перейдут на эту? Туда. Туда подойдут? Забился канал. Бревно встало, да? Трава зеленая откуда-то идет. Никак он не тронется с места. Пробил. Они боятся идти, нас увидели, да? А они сюда перейти не хотят? Чтобы на эту дорогу, чтобы они перешли, как ты их зовешь? Бар. Бар.
Поднялся на стог сена. В день съедают 20 штук. Запасы, конечно, здесь большие. Здесь около 2000 штук. Хабиб поднял дрон. Хабиб, собаки, я тебе советую быстрее подняться. Не поймет, что происходит. Окружили. Реакция на все чужое. Так выглядит помещение, где топится кизяк. То есть он прямо здесь, его жгут, лопаты выгребают, тяга, и там, по-моему, да, а вон он на полу, хотел сказать, вот где в бочке все это сжигается, в трубе. Истопочно. Так. Ну, здесь мы сегодня ночью спали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 мест. Стол, место, где молятся, делают намаз. Кровать, на которой я спал. Сейчас буду отдыхать. Вот та самая труба. Да, может, тут чай не греется. Тепло здесь. Топят дровами, топят кизяками. Ты заметил, да, как будто у себя дома мы находимся, побелено. Я помню, в 2000 годам, я когда последний раз сюда приезжал, здесь таких условий не было. Можно сказать, мы обувь заходили, обувь снимали, потом только спать легли. Несколько поколений поменяло вот это место, можно сказать. Ну, поколений 7-8, этот, который, наверное, когда мне рассказывали, 7-8 поколений, это факт, если не больше. Ну, говорили вчера, когда вне камеры, что более 20 поколений, что она... Ну, что здесь были, да. Я помню, эта печка тоже другая здесь стояла. И что интересно, вот, чтобы за водой туда далеко что не пойти, они вот баню сделали, кафель поставили. Всегда у них горячая, холодная вода внутри. Это отлично. Телевизора не было. Мы здесь останемся сегодня тоже. Просто можешь жить, и все. Найти еще одну жену. Сделать перегородку двойную. Потому что вторая жена будет. Один дверь сделать, такую тонкую. Чтобы только один человек мог туда зайти. Проводку новую провести. Еще одно дополнительное пластиковое окно поставить, два стульчика, дополнительный телевизор, Wi-Fi отдельно, чтобы было у них отдельно, у меня чтобы отдельно было. А свадьбу играют валом, естественно. Так что, а вы еще жалуетесь, что какие-то условий типа нет у вас.
Смотри, как люди раньше жили, ну сейчас-то более-менее. Видите? Наверное, телефон, камера, наверное, не так это передаст. А на самом деле, зачем ныть? Правильно я говорю? Зачем? Ну, смотри, как раньше люди жили. Ну, словно, респект вот таким людям. Вечереет, и на горизонте уже видно, вон стадо идет одно. Они будут со всех сторон сползаться на ночевку. Иногда забываюсь и начинаю спокойно идти. И тут появляется собачка какая-нибудь. У баранов свои биочасы. Они уже знают время, когда им разворачиваться и идти. Все четко отработано. Вот так готовится хинкал по аварски, да? Аварский был? Чабанский, аварский хинкал. Я вчера смотрел на эту штучку, она висела обратной стороной, думал, доска толстая. Оказывается, вот это что это такое. Мука, теплая вода, соль. Соду не добавляете? Вообще нельзя сода? За два дня, те, которые мы здесь провели, такое ощущение, что мы тоже чабаны и тут живем вместе. Это да. Давай останемся сегодня тоже. Навсегда. Давай в телефоне эти номера поменяем. Новые номера возьмем. Никто не будет о нас знать. Смотри, идея-то хорошая. Сам смотри. Сейчас взяли большую косушку, добавили туда муки и, ну, в общем, сделали тесто на блинчики, так, жидкое. И будет это все добавляться в бульон. Восемнадцать человек укусила эта собака уже. Мощнявая, конечно. Шутки плохи с ней. Идешь постоянно и оглядываешься. Стадо на подходе. Все смотрят внимательно за нами. Сейчас их на площадке, на подкормочной, на час. И потом уже на ночь в основное стоило. Сейчас они побегут. Здесь два стада или одно? Что-то я поспешил один остаться. Забыл про собачек. Сейчас время намаза, да? Слышно? Так, где-то в... А, слышно, слышно. На камеру не будет слышно. Да, 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 слышу, слышу. А вон это чьи бараны идут? Отстали, да? Или это которые больные? Больные. Реально, вот сейчас сам услышал.
начался азан, и шакалы запищали. Ну, у них, наверное, привычка уже, да? Да. Везде они так воют. Там гора, здесь сразу тянут. Отставшие. Да, да, я слышу, слышу, слышу. Чеснок обязательно для хинкала. Мужики начинают подходить потихоньку. Мечта-то вредная, но все равно. Хинкал чем-то похож на казахский бешбармак. Принцип, наверное, тот же самый. Тоже тесто, отварное мясо, бульон. Там добавляют лук, здесь добавляют чеснок. Все одно и то же у всех. Просто немножко разная подача, разная форма теста. Если у казахов это тонкие такие лепестки, то здесь в виде палочек. Если взять чеченскую кухню, жижигалныш, по-моему, называется, тоже плюс-минус похоже будет. Как часто вы едите хинкал? Хинкал, да, обязательно. Раз в неделю? Неделю, два, три раза обязательно. Здесь готовите? Да, готовим вечером. Это вот сейчас вот эта кастрюля, это на один раз или на несколько? Утром и вечером хватает вот эта кастрюля. Энергии много дает он, хинкал. Да, да, да. Я вообще заметил, что вы сегодня без обеда уходили. Ну, обед, а мне как-то не нравится. По чуть-чуть взяли там. Готов? Все, барашки поужинали по домам. Вот сюда сейчас буду заходить? Да. Ты им подсвечиваешь, чтобы они видели, куда идти? Тут не важно, куда они зайдут. Каждый в свою зайдет. Говорил с Мухаммадом, он говорит, молодежь сейчас не заставишь работать чабаном, потому что интернет, интернет и еще раз интернет. Поэтому за радость найти нового чабана всегда. Скоро дойдет до того, что это будет самая высокооплачиваемая работа. Мужики здесь работают по принципу 15-5, да? 15 дней здесь, 5 дней дома. Ну, также у них есть сменщики. То есть двое сейчас отдыхают. В год, получается, 9 месяцев работают. Самое тяжелое время для пастухов – это когда начинается окот. Потому что за малышами нужно смотреть, относить их в ясли. Ну, много суеты с малышами. Потому что от этого зависит будущее поголовье. Приплод нужно беречь. Когда он катит, как ночью? Да, да. Мясо видно, прям уже отходит.
Так, это куда? Сюда? В общую? Тесто отличается от того, которое мы раньше ели. Да. Это более плотное. Спасибо вам за хинкал. Спасибо за то, что показали, как живут чабаны дагестанские. Хинкал был реально вкусный. Мясо просто огонь. Оно видно, что готовилось долго. Оно прям отваливается с косточки. Ну, я уже за кадром вот так вот отвалил одну. Вам желаю хорошего окота, чтобы много было барашков маленьких, чтобы ваши семьи были счастливы. И самое главное, всем вам здоровья. Спасибо большое еще раз. Не отпускают, пока сказали, не попробуешь бульон. Насыщенный, очень, очень такой. Его с хлебом надо или с хинкалом? Сказали, хинкал не едят с хлебом. Он очень плотный. Так, куда его надо? Вот это сюда? Счастливо. Приезжай. Всего хорошего. Когда в горах будете, в горы приедем. Спасибо. Мы сейчас уедем, вам станет скучно без нас. Конечно. Уже привыкли к нам за сутки. Все, пока-пока всем. На обратном пути мы заехали на мойку. Лобовое стекло. Да, это было что-то, как мы застряли. Как мы еле оттуда выбрались. Там такая грязь была. Это было что-то. Если на эту мойку, если не заехали, эта грязь, наверное, я не смогу убрать. Вот эта самообслуженная мойка не поможет. Смотри, как грязь выходит. Я ему сказал, пену не делай, просто побрызгай. Я хотел бы быстро домой доехать. Нет, пену делай, сейчас будет 40 минут ее мыть. Как он нервничать заставляет. Проезжали сейчас село, и на въезде находится там блокпост. Спрашиваю, что это такое. В общем, до сих пор в Дагестане, в Чечне, наверное, нет таких мест или есть? Скорее всего, будут. В Чечне, думаю, может, будут, тоже будут, да. Блокпосты ставят сами жители данного села, чтобы не воровали девушек. Ну, то есть на Кавказе есть такой обычай, украли девушку, увезли, чтобы не было воровства. В вечернее время, там, с вечера до утра, все это дело охраняется, полный досмотр машины. Чужак никогда не заедет в деревню. Обычаи, традиции Дагестана. Я бы на его месте сначала вот грязь мыл, а потом только запенил. Не, у них нет, у них наоборот. Хоть она у тебя какая бы грязная ни была, он все равно, все равно пену делают. И они просто привыкли постоянно, чтобы чистые машины мыть. Ну так тоже не бывает. Чистую машину я могу дома тоже самому мыть. Хабиб, ты можешь открыть стекло? Можно было бы, даже. Открой. Ну и когда машина полностью высохнет, тогда можно открыть. А сейчас нет, мы знаем. Он так смотрит косо, он не поймет, что мы тут снимаем с тобой вдвоем. Да. Друг друга. Следующая наша локация — ресторан Али-Баба в городе Хасавюрт. Вся улица в кофейнях.
На входе Мишка. Ну, небольшой. Пока не зашел шеф-повар, фасолевый суп, курзе с мясом, ассорти мясное, салат фирменный Алибаба. Алибаба. Фокаччо с сыром. Да. Фокаччо с сыром. И курзан. Вот, все, да. И два напитка. Курага и мохито с малиной, мятой. И Шамиль, управляющий ресторана. Пока Хабиб 300 фотографий делал, здесь принесли манди с, с перепелками. Да, без нашей аджики. И аджик. В общем, здесь рис с куркумой, много орешков, перепелка, перепелки и вот местные соусы. Первое блюдо это у нас фасолевый суп. Я его попробовал. Акцент на чем сделал? Акцент на фасоли. Именно фасоль такая. Да. Пикантная здесь. Ну смотри, здесь он готовится в разных вариациях. Вот это одна из вариаций. То есть сушеная колбаса всегда там присутствовала, либо мясо. И бывает и свежего мяса тоже. Но сушеное мясо дает вот свой пикантный свой аромат сушеного, именно сушеного мяса. Вот как ты подметил, этому супу вот этот оттенок дает фасоль, бобы. Ну, у нас фасоль, она издавна. Вот. У нас еще делается суп вот из скольки злаков? Из семи злаков. Из семи злаков. Кукуруза, фасоль, маш, это то, и даже это черная фасоль круглая. Вот. Еще вариация бывает, это есть на кумыцком языке бухча, как он называется? Да. Бурчак чорпа называется. Вот. Там бывает вместо лапши добавляют клетки из кукурузной муки. Вот, некоторые добавляют. Моя бабушка делала из клетки такие из кукурузной муки, как бантики она закидывала вместо этого. Поэтому это наш национальный суп, горский суп. И в разных вариациях. То есть его называют суп фасолевый и горский суп? Да. На кумыцком бурчак чурпа. Бурчак чурпа это в переводе... бурчак это, по-моему, фасоль. Фасоль и суп тоже, если да. Я не ошибаюсь. Горский суп чем отличается? Горский суп, он суп из семи злаков. Да, да. Вот он как раз таки называется горский суп, да. А это фасолевый суп. Это фасоль. То есть все-таки есть разница. Да, да, я говорю, в разных вариациях, кто как готовит. Но сушеное мясо везде присутствует. Да, да. И фасоль. Колбаса, сушеное мясо. И самое, что вкус дает для супа, это сушеное мясо на костях. Да. На костях. Вот в основном в этом супе используют этот... сушеное мясо на костях суставов. Суставов как раз вот это суставное масло, да, или как правильно сказать? Вот этот, жир, да. Вот как раз он и придает тот изысканный вкус для фасолевого супа. Спасибо. Еще суп такой плотненький из-за того, что фасоль раскрывается. И вот, вот эти мелкие-мелкие фракции, они... И... чуть-чуть выше среднего соли здесь. Но это понятно почему, потому что тут колбаса, да, мясо сушеное. Да. То есть это норма для этого супа? Да, это норма для этого супа. Очень часто как бы бывает, что он может быть чуть пересолен. Почему? Потому что мясо как бы по-разному как бы принимает соль. И, естественно, неприемлемо перед заготовкой сушеное мясо там смывать, там как-то мочить в воде. Поэтому вот этот пересоленность, он как бы допустим фасолевый суп. В других супах мы можем как-то контролировать сами за счет того, что добавляем. А здесь вот, именно за счет того, что фасолевый этот сушеное мясо он заранее солится и... И лапша здесь домашняя, да, я так понимаю, самодельная? Да, да, да. Лапша у нас свои заготовки, мы не закупаем лапшу. Наши повара ее готовят. Вот. И что еще там у нас? Картошка, потом фасоль, естественно, сушеная колбаса, сушеное мясо. Ну, он очень... в каждом, можно сказать, в каждом районе фасолевый суп, он чуть по-разному отличается.
Обязательно отличается. Красная должна быть фасоль или не важно? Фасоль, да. В основном красная фасоль. Ну, у нас всегда была красная. Сейчас появляются белыми этими. Это, ну, раньше вот всегда то, что красная. Мы... Ну, красная фасоль. На аварском баргуло. Баргуло. Вот так красная, и называется. Красная семя. Суп распробовали. Пробуем курзе. С соусом. Со сметаной не будем, соусом. Слушай, ну они очень, вот прям сразу, они очень сочные. В принципе, мы столько тут болтаем, уже полчаса они, наверное, на столе. Я думал, такого не может быть, они сочные. Мини-хинкали. Да. По начинке. Я думаю, всем это зайдет. Это и не пельмень. Они на пару готовятся или на пару, скорее всего, да? В воде. В воде? Да, 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 на воде. Курзе. Кипящую воду закидывайте. Вкусно. Такие видоизмененные пельмени, можно сказать. Да, вот курзе — это национальное дагестанское блюдо. Но от пельменей они отличаются тем, что их плетут косичкой. Лепка. Лепка, да. Вот обязательно их плетут косичкой. И вот как раз вот эта сочность. Мясо, как бы начинка в курзе мясное. Зелень, картошка, творог. Разные начинки, да? Вот. Узнали историю названия. В общем, это связано со змеей Гюрзой, которая... Когда ползет, оставляет такой красивый след, и вот как раз косичка на этот след и похожа. Как раз таки в Азербайджане курзе называют гурзя. Друзья. Гурзя, гурзя. А, гурзя. Гурзя, гурзя. Змея гурзя? Здесь она здесь в одном месте в Дагестане есть, правильно? Все. Где мы были? Здесь. Да. Гурзя, она везде. Здесь? Вот как раз где вы были, в гостевом доме «Ласточка», вот как раз они там и обитают. Так что имейте в виду соус, да? Ну и самая фишка этого заведения — это чай из тмина. Визуально он похож на зиру. Тмин горный. Дагестанский горный тмин. И вот обычно дагестанцы этим чаем поили детей при вздутиях. Он очень полезен для желудка, для кишечника. Да, новорожденные. В основном вот ею поели новорожденных, когда у них вот вздутие, колики и так далее. И, естественно. Так, мини-чай кому еще? Это тоже в ресторане Алибаба, как визитная карточка. Мини-чай. Редко не видел. Я вообще, в принципе, даже не встречал. Необычный вкус. Что нашли? Давай мне царь там тоже, пожалуйста. Он освежает. Он прям вот освежает. Такое. Я даже не знаю, смог бы я его каждый день пить много. Она и не советуется каждый день. Не пойдет, наверное. Разово. Необычный вкус. Выдержите, ты нет. Как маленький ребенок. Почти получилось. Мне чуть тяжело будет. Мед с орехами. Сладкое не люблю, но это попробую. Прям интересно даже. Это натуральный пчелиный мед с орехами. Грецкий орех. Пчелиный мед. Как раз хорошее сочетание с длинным чаем.